Привет, дорогие друзья! Сегодня потрясающий солнечный день, я нахожусь на пляже Клеопатра в Алании. Все прошлые видео были из Стамбула, я надеюсь, вы уже соскучились по Алании. Сегодня мы с вами полетим на параплане над Аланией, и этим полетом я хочу отпраздновать то, что нас уже 20 тысяч на моем канале. Это потрясающе! Хочу сказать всем огромное спасибо, кто смотрит, кто приезжает, кто приходит к нам в гости в офис, кто приносит вкусняшки. Особенно Айхан благодарен за шоколадки, вы знаете, он шоколадная душа. В общем, друзья, поздравляю вас, себя, всех нас с 20 тысячами, и празднуем мы это на параплане. Сейчас я стою на пляже, сюда мы приземлимся, а парапланы летят вот с той вот точки, и сейчас мы с вами совершим полет над нашей прекрасной Аланией. Ну и, конечно же, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно совершите полет на параплане. Я уже полечу, кстати, второй раз. Первый раз я летала прошлым летом. Это было здорово, потрясающе. Ну а сегодня вот весной тоже решила пролететь на параплане и отпраздновать 20 тысяч подписчиков на канале. В общем, меньше слов, поехали. Сейчас мы едем на самый верх горы, откуда уже и полетим на параплане. Потрясающий вид на Аланию сегодня открывается, но немножко пасмурно. Такой стоит небольшой туман, поэтому посмотрим, как Алания будет выглядеть сверху. Мы практически уже приехали. Мы уже приехали. Сейчас начнем подготовку. Ребята подготовят параплан и сиденье. И вот с этой вот площадки мы полетим. Ребята, простите меня за мой голос, потому что я немножко простыла уже 3 дня, но лечусь, поэтому вот такой вот у меня сегодня голос странный. Но это не мешает нам, даже болезни, испытывать новые классные ощущения. Ну что, друзья, мы готовимся к полету. Парашют настраивают. Все готовы. На меня надели сиденье. Мой пилот тоже готовится. Сизин аднис? Эрдал. Эрдал. Али. Эрдал. Я лечу второй раз, но все равно как-то страшно. Başkanım, korkuyor musun? Hayır. Ama biraz heyecanlıyım. Belediye başkan adayı olmak mı heyecanlı yoksa uçmak mı heyecanlı? İkisi. Ama ikisi farklı heyecan tabii ki. Alanyalılara ne demek istiyorsun? Destek versinler mi sana? Ya, tabii ki. Ne diyorum? Değişim sende, değişim bizde, herkeste. Değişim bizden başlıyor. Bu yüzden Alanya'yı marka şehri olarak görmek istiyorsunuz. Alanya'yı daha güzel, daha temiz, daha verimli ve daha zengin şehir olarak görmek istiyorsunuz. Tabii ki 31 Mart'ta oy bana. Oylar bana diyorsun. Evet. İnşallah. İnşallah kazanırsın. Teşekkürler. İnşallah verdiğin vaatlerin arkasında olursun. Biz de sana destek veririz inşallah. Çok teşekkürler. Allah'ın hayırlısını versin. Teşekkürler. Başkanım uçuyorsun. Evet, uçuyoruz. Hazırız mı? А что делать? Долго, пешком, пешком. Ну что, друзья, мы взлетели. Посмотрите, какая красота. Потрясающе. Мы будем лететь, наверное, минут 15. Каждый дакика сурежек? 10 дакика, сонра. İsterseniz daha çok uçabiliriz. Yok. Примерно наш полет будет длиться минут 15. И мы прямо над деревьями летим, над лесом. Такое ощущение, что они совсем близко. И ветер, кстати, не очень сильный. Очень такое приятное ощущение. Парим прям в воздухе. Супер.
Вот такая она красавица, наша Аланья. Посмотрите, мы парим прям над горами. Невероятно. Ощущение просто фантастика. Посмотрите, какая у нас здесь красота. И ветер, кстати, не очень холодный. Я думала, что будет намного холоднее. Ребята, которые занимаются вот этим вот парашютным спортом и параглайдингом, рассказали мне, что летом они летают по 10-12 раз в день. Представляете? И каждый день по много раз видят вот такую вот красоту. Мы стартовали вот оттуда, и сейчас потихоньку снижаемся. Вот это вот наша стартовая площадка. Evet, şöyle. Мы постепенно снижаемся и сейчас уже в скором времени сядем на пляж Клеопатры. Невероятное ощущение. Самое невероятное ощущение начинается, когда приближаешься к пляжу. Evet. Let's go. А сейчас будет экстрим, ребята. Супер. Экстрим! О, супер! Голова закружилась, кафам кити! О, супер! Аланья! Дейшим Сэнде! Все, мы приземляемся. Приземляемся с этой стороны. И нас уже ждут. Коша Джасма? Все, мы сели. Мы уже спустились обратно на пляж Клеопатры. Вы видели весь наш полет. Это было супер здорово. Сейчас не так много полетов. В марте 3 раза в день ребята летают. Ну а как я вам говорила раньше, летом летают 10-12 раз в день, представляете? И я их спросила, не скучно ли им каждый день летать по 10-12 раз, потому что, ну, одно и то же, поднимаешься наверх гору, спускаешься, опять поднимаешься. И они сказали, что нет, потому что каждый полет, он уникален, каждый пассажир уникален, и в зависимости от пассажира, подросток это, взрослый человек или пожилой человек, они выстраивают схему полета. Поэтому это очень интересно. И, как я уже сказала, каждый полет отличается один от другого и является уникальным. Немного распогодилось, небо прояснилось, но так или иначе, все равно чуть-чуть затянуто облаками. Но сейчас мы подойдем с вами к морю, поближе к морю. Я видела, что некоторые уже купаются, и вот сейчас на солнце тоже достаточно тепло. И как вы видите, вот по этим многочисленным следам люди гуляют по морю, наслаждаются морским воздухом и солнцем. И, конечно же,
скоро май месяц, и в мае мы уже вовсю сможем купаться в море на нашем любимом пляже. Да, Млаташ, который находится вот там, вот в самом-самом конце, около скалы. Ну и, конечно же, пляж Клеопатра. Это самый знаменитый пляж. А не только Алании, но и Турции. Но сейчас здесь не очень людно, потому что пасмурно. И, кстати, вода уже достаточно теплая. Мне кажется, что это лето будет очень-очень теплым. Вот и я намокла. Ну что, дорогие друзья, вот на такой прекрасной ноте с пляжа Клеопатры я с вами прощаюсь. Мы с вами вместе отметили 20 тысяч подписчиков на моем канале. Это немного, но и немало. Поэтому еще раз хочу сказать всем огромное спасибо. Всех вас люблю. Приходите в гости к нам в офис, когда будете в Алании. Ну и, конечно же, пишите, задавайте ваши вопросы. Мы постараемся на них ответить. Ну и, конечно же, смотрите видео и приезжайте в нашу любимую Турцию и Аланию. Ждем вас всех здесь. На сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.